Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я пришла в клинику доктора Ведова на костный массаж с проблемой шеи. У меня две грыжи шейного отдела позвоночника и одна протрузия. Соответственно, шея очень сильно болела, и у меня также был сколиоз, искривление позвоночника, визуально очень сильно заметно. Что примечательно в костном массаже? Прямо очень сразу хорошо чувствуешь, где у тебя происходит лечение и процесс. Но самое интересное, что уже после первого курса уже у меня визуально вообще выровнялась спина. То есть сколиоз вообще как будто вообще исчез. После второго курса тоже этот процесс выравнивания происходил. Еще сильно улучшилось ощущение в пояснице. И после пятого курса у меня абсолютно ушли все проблемы с шеей. У меня восстановилась полностью подвижность. Я не могла раньше вообще даже двигать шеей. То есть он у меня был катастрофический, там все заблокировано. У меня исчезли все болевые ощущения. Но болевые ощущения, конечно, начинают исчезать после первого курса. После третьего курса у меня уже болевых ощущений не было. В итоге, после пятого курса я полностью здорова, счастлива и с красивой осанкой. Спасибо большое доктору Ведову. Костный массаж в действительности изменил мою жизнь.